Я верю в то, что у меня получится все. Я уверена в себе. Это история одной харцизской девочки, которая знает, чего хочет, знает, как этого добиться и не пугается трудностей. В 4 года Соня Яковенко подружилась со скрипкой, а уже в 6 лет она выступала на сцене Донецкой филармонии с камерным оркестром «Виола». Любовь к музыке и невероятная для ребенка работоспособность, прилежание, старание привели малышку к успеху в музыкальном мире. Конкурсы, фестивали, галоконцерты. Начиная с 6 лет в жизни харцизянки не было ни одного года без всего того, что так любит София. Вдохновенных выступлений, аплодисментов, одобрения наставников. Начинала учиться игре на скрипке 4-летняя Соня в харцизской школе искусств. С 2014 года она занимается в Московской специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Получилось так, что я уехала в Москву на конкурс, это был сентябрь месяц, и в членах жюри сидел директор моей школы, в которой я сейчас учусь. И, видимо, я понравилась им, и они взяли меня учиться. Соня скромничает, умалчивая, что на том самом конкурсе она была в числе лучших и заслуженно получила, помимо награды, приглашение учиться в школе имени Гнесиных. За последние 6 лет имя юной скрипачки не раз появлялось на афишах разных концертных залов Европы. Обещала быть насыщенной и весна этого года, но из-за пандемии сольный концерт Софии Яковенко в Германии был перенесен на неопределенный срок. Юную артистку этот факт, безусловно, огорчил, но количество репетиций Соня и не думает сокращать. Ежедневный труд окупается сторицей. Выступала с оркестром «Виртуозы Москвы» с Владимиром Теодоровичем. Я выступала неоднократно с симфоническим оркестром «Капеллы» Санкт-Петербурга. С «Киевской камератой» я выступала в Киеве. И было много других концертов с оркестром. Это непередаваемые эмоции. Общение с дирижером на сцене, знакомство с музыкантами из оркестра. Это все очень важно, и мне нравится их поддержка именно на сцене во время игры. Наши эмоции, пусть они не всегда одинаковые, но я их чувствую, и мне легче так передавать музыку зрителям. Летом Соня неизменно приезжает в родной Харциск на каникулы. Всегда со скрипкой. По-другому и быть не может, уверяет харцизянка. Ежедневные 6-часовые репетиции – это не просто часть жизни Сони, это и есть ее жизнь. Именно такая, какую она и любит. То, как встречает тебя публика, как встречает оркестр – это непередаваемое ощущение эмоций. И когда приходят приглашения для участия с оркестром, я очень этому счастлива и занимаюсь еще больше. Это действительно огромный труд, многочасовой и ежедневный. Я люблю свое дело, я с удовольствием им занимаюсь. Неважно, сколько это трудов, часов, я делаю это с огромной любовью. Без работы с инструментом Соня откровенно скучает. Ей интересен сам процесс обучения, познания, самосовершенствования. Впереди выпускной год в музыкальной школе имени Гнесиных и поступление в консерваторию. София Яковенко не представляет жизнь без своих неизменных спутниц – музыки и скрипки.